Здравствуйте, вы смотрите программу «Интервью недели» на канале ГРТ. Около 12,5 тысяч уроженцев Молдовы участвовали в войне в Афганистане, которая длилась с 1979 по 1989 года. 301 человек погибло. Об этих страшных страницах истории мы сегодня будем говорить с председателем Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаилом Мокан. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день. Спасибо за приглашение. Да, добро пожаловать в нашу студию. Первый вопрос. С каждым годом это событие становится все более далеким для нас, но его эхо остается живым в наших душах. Как вы, ветераны войны в Афганистане, сохраняете память о тех страшных событиях? Ну, во-первых, не только для вас это событие идет отдаленным, и для нас тоже все-таки уже 40 лет, как я, как бы закончил, вышел из той войны. С 1982 года я вернулся с Афганистана. И поэтому событие, оно все больше и больше удаляет. Но память о той войне, она, конечно, она неизгладима. И впечатления, которые были накоплены там, в Афганистане, они остаются по сей день. И для нас это мероприятие, для нас эта война, она с нами живет, она живет в нас. Расскажите, пожалуйста, если можно, вот вспомните тот момент, вот как вы попали в Афганистан? В 1979 году везде по всему Советскому Союзу прошла молва о том, что вводятся советские войска в Афганистан для оказания дружеской, братской помощи. Но почему-то народ это сразу прочувствовал, что это не к добру. Не к добру, что в Афганистане что-то не так, и не зря эти войска туда вводятся. И молва шла очень, все больше и больше нарастала. В 80-м году пришел мой, так сказать, черед отдать долг родине. И я был призван в ряды советской армии. Еще по дороге, когда нас отсюда перевозили в Туркменистан, в город Ашхабад, для прохождения службы в учебном подразделении. Я проходил службу в Ашхабаде, в первом городке, так называемом, на командир отделения боевой машины пехоты. И нам еще по дороге офицеры, так называемые покупатели, которые приезжали, нас собирали в Афганистан, и они сказали, что мы, ребята, будем готовить вас для Афганистана. И у нас в военном билете было написано «Команда А-280А». Это значит «за границу», а литера «А» — это значит «это Афганистан». И вот нас уже, будучи в учебном подразделении в Ашхабаде, нам тоже четко и ясно сказали, что вы готовитесь для Афганистана, так что готовьтесь серьезно, изучайте матобеспечение боевой машины пехоты хорошо, изучайте автомат хорошо, тренируйтесь, готовьтесь. Вот. Ну, конечно, может быть, кого-то и пугало, но во многом, я честно скажу, ребята были как-то с энтузиазмом к этому относились. Я помню, нас последние месяцы отвозили в учебный полигон Килита, так называемые самые приближенные условия к Афганистану. Мы там жили в палатках, мы там ездили на БМП по таким, скажем, там дорогам, специально приспособленным к афганским дорогам. И жили там, пили воду, ту очень близко подходящую к Афганистану, и такую же пищу кушали. То есть после этого, вернувшись уже в военную часть, нам присвоили звание. Я, конечно, немножко раньше уехал, там организовался выезд, то есть отправка в Афганистан. Вместо 6 месяцев я 3 месяца прослужил в Ашхабаде и был направлен для прохождения дальнейшей службы в Афганистан. Вы сказали, пришли покупатели и предупредили нас о том, что мы будем служить в Афганистане. Отказаться нельзя было. Как отказаться? То есть это слово «покупатели» — это что такое? Ну, это офицеры, офицеры, которые приезжают и набирают для своих частей, это официально все. Ну, это так,
так их называли в советской армии, покупатели, так сказать. Но это офицеры, которые приезжали, они ездили по всему Советскому Союзу, по всем призывным пунктам, и каждый набирал для себя моряки, десантники, пехота, артиллерия. Каждый для себя подбирал тот необходимый контингент. То есть мы же до этого мы проходили специальной медицинской комиссией в военкоматах, и там каждому было предписано, кто на что годен. Кто десантник, кто моряк, кто в других войсках, кто там во внутренних войсках. И вот, когда приезжают эти офицеры, для них уже были заготовлены группы новобранцев, которых они брали к себе уже для дальнейшего прохождения службы в армии. Вот эти офицеры, которые приезжали, они назывались покупателями. Ну, это так их называли просто. Я знаю, что ветераны войны в Афганистане не очень любят рассказывать о тех страшных днях. И пример тому является мой отец из села Кирсово Красни Афанасий. Он нам вообще ничего не рассказывает о тех событиях. Вот расскажите вы, пожалуйста, чем страшны были те события? Ну, конечно же, любой человек, воевавший, подчеркну, воевавший, с оружием в руках, имеющий определенный боевой опыт и теряющий друзей, вспоминать ему, и тем более бахвалиться этим, или рассказывать на каждом там углу или где-то о том, как он воевал, обычно рассказывают те люди, которые не нюхали ни пороха, ничего, которые там, ну, где-то, ну, по мере их, скажем так, службы, по мере их прохождения службы, они редко выезжали на боевые действия. Ну, вот есть разные люди, вот они больше всех там рассказывают, что там такие страсти. А люди, я, например, служил в 781-м разведывательном батальоне 108-й дивизии. Наш батальон, могу с гордостью сказать, что наш батальон, благодаря и моей службе, благодаря, скажем так, моей... руководством под вашим, получается, нет, благодаря моей службе в этом батальоне и хорошим бойцовским качествам нашего батальона, за успешное выполнение боевых задач наш батальон 12 мая 1982 года указом президента, указом Президиума Верховного Совета СССР, тогда был награжден орденом «Красная звезда». Это очень большое звание для батальона, когда на знамя накручивают батальон. То есть, когда на знамя батальона накручивают орден, боевой орден, при нас, где мы находимся в строю, для нас это было, конечно, очень волнительно. Что касается нашего батальона, мы были очень боевой единицей. Мы практически редко, когда сидели в части, мы всегда или сопровождали колонны, или по тревоге выезжали, вытаскивали колонны, где колонны обстреливались или попадали в засады, или выезжали на зачистку тех или других населенных пунктов от бандформирований, которые по некоторым оперативным источникам информации поступали к руководству. Ну, а нам ставили задачу, вот вы должны быть в такое-то время, в такой-то час, и там проводить свою работу. В основном мы выходили ночью. До определенного места мы выходили на технике, а потом, чтобы как бы не запугать, не испугать противника лязгами гусениц техники, мы спешивали с техники и ночью где-то по 15, по 20, а то и более километров шли пешком, окружали тот кишлак, особенно если это где-то близко возле горах, мы садились, окружали. Утром уже основные части, там пехотные подразделения, все остальные приходили, начинали прочёску, ну и, соответственно, они душманы, скажем так, они противник, они должны были куда-то убегать, и вот они сами приходили к нам на заранее нами занятые позиции, мы там их и уничтожали. То есть вот такие боевые операции проводились постоянно. Сколько ребят служило в вашем батальоне?
сколько ребят. Да. Ну, я сейчас не помню численность, но в батальоне 4 роты. Угу. В каждой роте по 3 взвода. В каждом взводе по 3 отделения. Ну, я вам скажу, я как заместитель командира первого взвода, я отвечал, я был сержантом, командиром первого отделения и также заместителем командира взвода. Я каждый вечер проходил вечерние проверки, когда мы ночевали дома, то мы проводили вечерние проверки, у нас всегда было 46, 45, 40 человек, но больше 46 никогда не было человек в строю. По штату было там где-то в районе 52 человек, а всегда в строю, вот в наличии 46 человек мы всегда были. Почему я задала вам этот вопрос? За то время, пока вы отдавали долг Родине, вот сколько полегло? Не стало. Сколько полегло? Ну, у нас есть статистика, сколько полегло за все время службы нашего батальона. Да. Там больше 100 человек полегло. А за мое время в моей роте, сколько я служил, 5 человек. Один из них, мой механик-водитель отсюда, с Молдавии, с Иловенского района, Присакарь Валерий, вот 1 апреля, вот послезавтра будет годовщина его смерти. И я собираюсь пойти на могилу, ему пулю прямо в голову. Он был механиком-водителем БМП, ему пулю прямо в голову попало. Мы на ходу ехали, и нас тогда спас командир взвода. Он ехал тоже по походному, и когда пуля попала, мы ехали рядом канал с водой. И хорошо, именно канал рукотворный, это никакая не горная река, но глубокий канал был. И если бы не командир взвода успел взять штурвал и вывернуть машину, мы бы все могли улететь туда, в тот канал, ну, потому что Валера погиб. Вот. На моих руках погибло много ребят. Вот я сейчас недавно был в Санкт-Петербурге на могиле моего друга Олега Европова, который погиб 7 апреля. Прошу прощения, 7 мая 1982 года. Потом на моих руках тоже погиб с Ташкента парень. В общем-то, сложно. Очень сложно осознавать, когда вот рядом с тобой был человек, вот все, дружили, все тут раз, и все, жизнь его оборвалась. И почему-то всегда, когда кто-то рядом из твоих друзей погибал, почему-то, не знаю, почему так получалось, но ответственность всегда как бы переходила. Допустим, я всегда считал себя виноватым в смерти своего друга. Хотя никакой моей вины в этом нет, но иногда думаешь, почему не я, почему он. Вот. Потом мы были ранены с моим другом отсюда, с Кишинева, в один день тоже, с Александром Цурканом. К сожалению, он 2 года назад ушел из жизни. У него 2 пули прямо в голову попали. Мы попали с ним в засаду. Сами вроде бы постоянно в засадах столько времени находились, но тут сами нарвались, сами попали в засаду. Вот. И Сашу тогда ранило сильно, у него кровь сильная была с головы, я думал, что он погиб, честно. Но Саша выжил. Долго мучился, конечно, после этого. У него была эпилепсия, но ушел из жизни. Это было 15 апреля, 15, что-то у меня специально на апреле тянет, 15 мая 1982 году мы с ним вдвоем были ранены. Кстати, мы с Сашей первые награды я получил орден Красной Звезды, Саша Цуркан был у меня командиром 2-го отделения, он получил медаль за отвагу, а вторые награды, вот когда после ранения, мы тоже были представлены к наградам и получили, я получил 2-й орден Красной Звезды, Саша тоже был награжден 2-й наградой орденом Красной Звезды. Вот такие вот дела. Как вас встречали местные жители? Местные? Да, там, на войне. Нас там никто не встречал. Никто. Ну, у нас не было. Это были, создавались определенные агитбригады.
которые из числа там политических работников, mm-hmm. да, они ездили по кишлакам, они встречались с местными жителями, они там разъясняли, выясняли отношения, рассказывали им, спрашивали о проблемах, какие проблемы, может, продукты, там, то, другое, привозили там. Мы иногда их охраняли, вот этих агитбригады, но мы с населением практически никогда не входили ни в беседу. Не было такого, чтобы мы с ними общались так напрямую, во-первых. Во-вторых, мы-то и язык не знали. Вот. Но, конечно, надо отдать должное, что любви было мало, немного. Не было такого. Были во многих, уже в близъезжающих к частям, да, к нашей, расположению нашей дивизии, там, в городе, все, там можно было и без автомата ходить, потому что люди уже знали, понимали, кто мы, что мы. Люди специально, вот, без автоматов ходили по магазинам, по дуканам так называемым, они там приобретали разные там вещи, там, угу. покупали там все, сувениры разные, то все, там, кока-колу мы там первый раз, я тогда первый раз ознакомился, первый раз пил в 81 году кока-колу, фанту тогда. Там, я тогда первый раз в жизни вообще пил этот напиток. Там. Так что. 15 февраля 2022 года исполнилось 33 года с момента вывода советских войск из Афганистана. Как отметили эту дату в Молдове? Весьма скромно было принято решение на уровне правительства. Давайте я расскажу изначально. Значит, в 2011 году мне, как депутату парламента, все-таки повезло, и мой законопроект был как бы удовлетворен. И с того времени, с 2011 года, 15 февраля объявлен государственным праздником. Он внесен в постановление парламента о праздничных днях и выходных днях в Республике Молдова. Не является красной датой, но является государственным праздником. Соответственно, уже исходя из этого постановления, и правительство, и местные органы власти обязаны уделять внимание, выделять определенные средства, проводить, соответственно, определенные мероприятия по отмечанию этой даты. Поэтому правительство издает свое распоряжение, где создается рабочая группа из числа заместителей министров всех министерств. Ну, там в основном собираются такие ведомственные, это как Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство труда и социальной защиты, те ведомства, которые, Министерство финансов, соответственно. Но в этом году из-за пандемии, как и прошлые годы, почему я говорю скромно, потому что мы приняли решение сделать это децентрализованно, не собирать всех людей централизованно в Кишиневе, а дать возможность, чтобы уйти от риска заболевания ковидом, чтобы люди могли на местах провести, там собраться тоже в своих узких кругах. И также мы в Кишиневе тоже проводили мероприятия. Да, на наше мероприятие приехали, то есть присутствовали министры внутренних дел, министр обороны, директор службы СИП, председатель парламента присутствовал вместе с нами, возложил цветы, другие там официальные лица из посольства российского были там, из других ведомств тоже были, присутствовали на возложении цветов. Обычно мы проводим это с митингом, с маршем памяти с центра города, с присутствием, соответственно, БТРом, приездом делегаций из республики, где мы марш памяти проводим, начиная с площади Великого национального собрания и до нашего мемориального комплекса «Сыновьям Родины вечной памяти», мы проходим маршем памяти, там проводится митинг, возложение цветов. На митинге, как всегда, у нас, честно сказать, всегда практически присутствуют первые лица, а потом солдатская каша, фронтовые 100 грамм,
Ну и, конечно, принято решение у нас на нашем заседании Совета Союза в каких-то юбилейных датах проводить какие-то концерты. Раньше мы проводили каждый год концерты, но эти мероприятия стали становиться все больше и больше, ну, как бы, дорогостоящие мероприятия. И я вам скажу честно, в предыдущие года было больше меценатов, больше людей, отзывающихся к нашим проблемам, бизнесмены, мы обращались к ним, они с удовольствием нам помогали по тем или другим мероприятиям, перечисляли деньги, помогали. Сегодня, соответственно, как вы в самом начале сказали, что эти события уходят немножко в забвение, но благодаря нам мы не даем, чтобы эти мероприятия... пока мы живы, пока мы будем жить, мы будем продолжать напоминать о себе, будем вспоминать наших погибших, соответственно, приобщаем потихоньку наших детей к этому. Вот вы тоже будете нам постоянно освещать мероприятия, которые для нас это очень важно, чтобы и наши дети тоже понимали прекрасно, что их отцы в свое время в Советском Союзе воевали, а когда некоторые сейчас, спустя много лет, и политики пытаются... Заработать имя. Да, заработать имя, и везде на мероприятиях говорят, что это была не та война, это политически неверно. А какая война та вообще, если взять, разобраться? Какая война? Есть война, и солдат такой, как я, или как тысячи наших ребят, мы выполняли приказ. А попробуй в то время не выполнить приказ. Да и сейчас тоже не выполнишь приказ, тебя ожидает суровое наказание. В каком виде там, это уже другое дело. Но раньше было другое. Раньше было в Советском Союзе было другое понимание этого всего. И я вам скажу, что если человека не брали в армию по каким-то медицинским мотивам, за него даже девчонки боялись выйти замуж, потому что у него, значит, какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому это действительно так было. И ребята рвались в армию любыми путями, но только чтобы были в армии. А сейчас, наоборот, любыми путями, чтобы не быть в армии. На сегодняшний день сколько ветеранов войны осталось в Молдове? Я буквально пару дней назад интересовался, звонил члену комиссии по выдаче удостоверения нового образца. Дело в том, что уже 2 года как выдаются удостоверения нового образца, согласно закону о ветеранах. С этой инициативой выступил наш союз в свое время, когда развалился Советский Союз, потом был принят закон о ветеранах в 2003 году. Мы остались нашими старыми удостоверениями, свидетельства о праве на льготы, которые, к сожалению, государственные органы перестали воспринимать как документ. Типа, ребята, нету такого государства, и ваш документ типа ничего не значащий. Хотя его никто официально не отменял. Согласно закону о ветеранах, этот закон, он являлся основным документом, подтверждающим, что человек является ветераном. Но находились, и ребят начали выкидывать из троллейбусов, там, когда они показывали эти удостоверения. То есть накипело очень сильно, и я являюсь членом консилиума по проблемам ветеранов при правительстве. Я выступил на одном из заседаний в повестке дня, внес предложение о том, чтобы пересмотреть и чтобы выдали удостоверение всем единого образца, потому что ветераны Великой Отечественной войны, Второй мировой войны имели свой документ, афганцы остались с тем документом старым, которым был при Советском Союзе свидетельство о праве на льготы, а защитники целостности и независимости в 92-м году, которые были, у них совершенно другие удостоверения, там такой бардак был непонятный. Поэтому мы выступили с инициативой сделать вот это удостоверение единого образца. К счастью, нам повезло, правительство поняло и начали работать над этим вопросом. Значит, вначале дали год на замену удостоверению, но потом
пришлось продлевать срок еще год. И вот сейчас до конца, последний срок, насколько я понял, до конца, до 31 декабря 2022 года будет происходить замена удостоверений нового единого образца. Надо отметить, что в этих удостоверениях там различаются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, те, кто служил по защите целостности и независимости в 1992 году, и люди, которые принимали участие в других конфликтах. Угу. Есть в законе, угу, есть перечень стран, где люди принимали участие, там Чехословакия, Венгрия, Куба, Сирия, там, угу, есть ряд государств, они тоже являются как бы ветеранами, их тоже государство признало. Их там, может быть, немного людей, но тем не менее такие присутствуют, и такие люди имеются. И, допустим, ветеран Великой Отечественной войны, есть там буква А, ветераны войны в Афганистане буква Б, ветераны по защите целостности и независимости буква С, те, кто был и в Афганистане, и в Приднестровье, то есть там две буквы С и А. Там, нет, С и другая какая-то. В общем-то, угу, вот в этом плане вот. И я вот, заканчивая вот этот с удостоверениями, я интересовался, было на 28, да, на 28 февраля ветеранов войны в Афганистане цифра была 5581 человек, которые получили удостоверение. Это было очень важно сделать еще и для того, чтобы навести порядок среди, скажем так, ветеранского братства, ветеранского движения, потому что некоторые, чтобы вы поняли меня правильно, не было четкого единого учета. Угу. Допустим, в парламенте принимают какой-то закон, там выделяют какие-то деньги, а какое количество, кому, сколько, этого было не понятно, сколько точно инвалидов, сколько осталось на сегодняшний день семей, родителей, там, жен погибших, сколько осталось. Такой статистики почему-то у нас постоянно работники министерства, там, а сколько там, дайте нам список ваших матерей. А вы для чего деньги получаете? Почему вы у нас, в общественных организациях, просите такие списки? Дайте списки инвалидов, дайте, а у вас что, нет таких списков? Поэтому было непонятно. Допустим, выделяют 400 миллионов, допустим, на ветеранов. Это много или мало? Мы не могли знать, сколько. А сейчас, когда наведется нормальный порядочный учет в этом плане, я думаю, что мы четко и ясно будем знать, и какая цифра. Во-первых, смотрите, по большому счету ветеранов Второй мировой войны уже практически, ну, не там, осталось. К сожалению, к великому, да, сожалению, их уже практически нет. То есть та категория ветеранов, на которых тоже выделялась в бюджет определенная сумма денег, она должна куда? Она должна перейти, то есть остаться в этом. И она должна перераспределяться. Поэтому в этом плане работа по замене удостоверений, она сыграет, на мой взгляд, основополагающую роль в принятии тех или других законных и подзаконных актов, постановлений правительства, изменений и дополнений в законе, потому что будет четкая и ясная цифра. Мы уже сможем отслеживать, там, кто ушел в мир иной, кто там переехал, уехал в другое место жительства, или кто к нам другой приехал, допустим. То есть у нас четко и ясно будет отслеживаться оборот ветеранов, скажем так. То есть, получается, за 33 года практически половина уже не стала. К сожалению, надо подчеркнуть жирной чертой, что за 30 лет мы в несколько раз превысила единица количество людей, погибших в Афганистане 301 человек, а да, уже людей, которые умерли после войны, уже, наверное, в несколько раз больше превысила цифра. Потому что одно время было у нас катастрофически, мне докладывали со всех сторон, со всех районов, там умер человек, там, и у нас получалось в неделю по два, по три человека уходило.
Сейчас немножко как бы смертность чуть-чуть как бы, ну, не скажем, что приостановилась, но она как-то, она, понимаете, мы сделали в свое время центр реабилитации, где людям дали возможность, чтобы они могли пойти обследоваться и увидеть, посмотреть на себя со стороны врачей, что у них со состояние здоровьем, как, да. Люди же раньше годами не лечились. Да. Если при Советском Союзе, когда мы возвращались с Афганистана, нас насильно затягивали на различные проверки, потому что в Афганистане было очень много инфекционных заболеваний, такие как малярия, желтуха, тиф, и там очень много, и поэтому мы были как бы разносчиками вот этой всех инфекционных заболеваний. Там, наверное, каждый второй в Афганистане переболел каким-то инфекционным заболеванием, понимаете? Мало того, что были ранены ребята, еще и плюс и желтуха, и тиф, и малярия. И нас постоянно прививали, нас постоянно таскали. После развала Советского Союза все это закончилось, и никому до нас не было дела. Долгое время не было. Десятилетия мы сидели, никому не нужны, пока, честно вам скажу, мы не объединились в одно такое здоровое и нормальное общество, и где мы начали встречаться. И, конечно, среди нас надо отдать должное, среди ветеранов, есть ребята достойные юристы, есть ребята судьи, прокуроры, которые хорошо разбираются в законодательстве. И потом, опять же, благодаря работе с правительством мы добились, чтобы нашего ветерана войны в Афганистане, генерала Карапчана, сделали мы как бы советником премьер-министра по проблемам ветеран. Такой должности вообще не было, но мы этот вопрос решили. И вот на это место, на эту должность мы попросили Ивана Степановича Карапчана. Он бывший начальник штаба, человек достаточно разбирающийся в этих делах. Он начал потихоньку начал систематизировать вот эту работу. Сейчас появилось бюро по проблемам ветеранов, где тоже обобщается работа там. Надеемся, что мы сможем добиться больших результатов. Но есть моменты, конечно, есть моменты, которые работать, над ними надо еще, понимаете. Особенно, что касается в последнее время, что касается пенсионного возраста, что касается выхода на пенсию людей, там со стажем не все в порядке у всех до конца получается. А потом самое главное — здоровье у людей. У ветеранов сейчас начинается. Если раньше мало кто обращал внимание, сейчас уже пик, пора. Нам, допустим, дают один раз в 3 года путевку в какой-то санаторий. Мы считаем, что этого недостаточно. Не считаем, это мы на каждого уверены. Ветерана или как это вообще работает? На каждого ветерана? Да, каждый ветеран имеет право один раз в 3 года. Инвалиды первой и второй группы, они могут один раз в год, они имеют право посещать вот эти санаторно-курортные центры. Инвалиды первой группы, те, которые немощные, там, они вместе с сопровождающим. Но если они не могут, не хотят, им обязаны вернуть деньги за эту путевку. Вы сказали, что на каждого, я прошу прощения, не могу не задать вопрос. Да. Мой отец всего лишь только один раз был в санатории в Кагуле. Вы говорите, что каждые 3 года на каждого. Это уже, наверное, вопрос к вашему отцу. К вашему отцу. Да. Он должен пойти постоянно писать заявление. Куда? В кассу социального страхования. Угу. В кассу социального страхования по месту жительства он пишет заявление: прошу, я такой-то, я хочу туда-то, то есть на лечение. И они в определенное время, они его приглашают, вот ваше время, у них там есть свой учет, это однозначно. И проблема в том, что бывает, в чем проблема, что иногда работники кассы социального страхования начинают обзванивать людей и говорят: вот через неделю там или завтра ты должен поехать, вот у тебя путевка, ты должен поехать. А человек не готов. У него там какие-то другие планы. Домашние человека надо дела, предупредить, да, там за месяц, за два хотя бы, что вот такое-то время у вас есть путевка. И согласны ли вы? Если не согласны, то на когда вы согласны?
Понимаете, надо согласовать со мной, а не просто звонить мне и говорить, вот у тебя завтра езжай. А потом они говорят, а ваши ветераны сами отказываются. Конечно, откажутся. Если у человека не было, он даже не знал, и тут ему хоп с головы, и он не знает, что делать. Ему свалилась на голову эта путевка, а у него там огород не убранный, там виноград не это, у него куча работы. Он говорит, да ну его, когда я пойду, нету. И вот это мы сейчас работаем над, именно над этим вопросом, как согласовывать с каждым ветераном. И вообще мы хотим не сейчас хотя бы вернуть, но мы просим, чтобы дали путевки каждый год, чтобы мог ветеран поехать. Не столько очень много ветеранов у нас в республике. Я думаю, что если сейчас посчитают их там, ну, где-то в районе там 30 тысяч, там 30 максимум, 32 тысяч в общем. Да, да, это да. Не самое большое количество ветеранов, как взять в других там странах, там тысячами, сотнями тысяч, понимаете? У нас не самое большое число ветеранов. И я думаю, что вот эти вопросы можно и нужно регулировать. Что мы делаем? Мы постоянно, мы начинаем умнеть тоже, честно говоря, мы сейчас уже начинаем потихоньку приходить и мы в сознание руководителя ветеранской организации. Почему не так, а почему не так? Когда начинаем поглубже вникать и начинаем их сверлить там, и где-то как-то смотришь, уже начинается по-другому. Сейчас мы собираем группу из числа достойных юристов и хотим подготовить ряд предложений в правительство и в парламент, чтобы рассмотрели для внесения изменений в закон о ветеранах. Мы прекрасно понимаем, что каждая статья в этом законе, которая вносится, новая статья, это не просто какой-то закон там написать и соблюдать его, а каждая статья, которую мы просим, она требует за собой денег определенных, и они в определенном своем вопросе, когда мы им задаем, когда мы идем к ним с этими требованиями, мы всегда слышим, пока нет денег. Мы уже 30 лет живем в независимости, все время денег нет, а когда они будут? Денег нет, но когда они для этих бедных? Мы не говорим, что мы бедные ветераны, несчастные ветераны, но коль скоро человек с оружием в руках защищал свою страну, воевал, лишался неоднократно возможности жизни, стал инвалидом и, слава Богу, вернулся живой. И есть такое понятие, государство принимает закон о ветеранах. Закон у нас, в принципе, неплохой. Там надо его немножко еще нарастить некоторыми хорошими статьями, законом можно работать. Но сам вопрос исполнения этого закона, понимаете? Поэтому сейчас мы остро начали следить за законом и начали ходить к всем необходимым ведомствам, инстанциям, которые имеют непосредственное отношение к исполнению этого закона, и начали с них требовать, почему не соблюдается эта статья, почему не соблюдается это, почему. Вот, допустим, центр реабилитации, да? Центр реабилитации тоже, если по большому счету, это центр реабилитации, он был соорганизован, это наше детище, это детище Союза ветеранов войны в Афганистане. Мы в свое время, когда наши ребята начали умирать, мы обратились к президенту, еще к Владимиру Николаевичу Воронину, обратились с просьбой, чтобы рассмотреть вопрос центра реабилитации. Нас услышали, нам помогли, нам сделали. И вот потихоньку мы начали решать эти вопросы, но потом начали меняться руководители одним за другим, и мы начали терять контроль. Мы вышли с предложением о создании общественного совета, наблюдательного над этим центром. Какие деньги получают, как расходуются деньги ветеранские и так далее, и так далее. То есть мы держим руку на пульсе, чтобы как можно четче и яснее транспарентность работы этого центра была видна. Насколько важно говорить с молодежью о военно-патриотическом воспитании, учитывая реалии современной жизни? Насколько важно? Важно всегда. Важно всегда общаться с молодежью. Молодежь, она как губка впитывает в себе все. Но очень плохо, когда государство не заинтересовано в том опыте, как мы, ветераны,
Я никогда не забуду, когда я ходил в школу, был еще юнцом, и когда к нам в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны с орденами, перед нами выступали, насколько они нас насыщали, насколько они нас заполняли вот этим всем подвигом, вот этим всем любви к родине и так далее, и так далее. И уже я, когда уходя, почему я рассказываю, что когда началась афганская, вот эта афганская кампания, так назовем ее так по-блатному, скажем, когда началась вот эта афганская война, тысячи людей писали заявления, рапорта, чтобы их взяли в Афганистан. Настолько было перенасыщено патриотическое воспитание, и люди хотели себя проверить, они хотели тоже быть в Афгане, отдать свой долг. И они просто хотели поехать в Афганистан, просто помочь этим людям, понимаете? Я общался с одним доктором в Кишиневе как-то, и он, когда узнал, что я председатель афганец, и он говорит: слушайте, хотите, я вам приведу один пример? Я ведь тоже писал заявление в Афганистан. Меня не взяли. Это второй вопрос. Но я сейчас себе задаю вопрос. Как же так надо было самому писать заявление, чтобы ехать воевать? Насколько я был патриотически переполнен всем вот этим, что я сам собственноручно написал, чтобы меня забрали на войну. Понимаете? Вот это было. И сегодня, когда и я был когда депутатом парламента, и много мы общаемся с руководством, когда они приходят к нам на памятник или на встречах, мы тоже им говорим: дайте нам возможность поработать с молодежью. Ведь нету ни одного закона, нету ни одной концепции государственной, которая бы позволяла вот нам, ребятам, если какая-то школа, там, вот, допустим, какая-то школа проводит какое-то мероприятие, еще в самой школе горит вот этот энтузиазм, патриотизм туда. Но не в каждой школе присутствует такое. Не в каждой школе. Я же знаю, мы практически открыли в каждой школе мемориальные доски, где учились наши погибшие товарищи. И, конечно, когда открываешь мемориальную доску, да, все к этому относятся с большим энтузиазмом, с большим уважением. Там детки читают стихи, песни поют про Афганистан. Даже когда едешь в молдавское село, там какое-то вообще, где там вообще не говорят по-русски, детки нам поют песни на русском языке, рассказывают стихи на русском, потому что, ну, так сложилось, Афганистан был в советский период, и песни и стихи на молдавском языке про Афганистан, нет, их мало практически, да, мало. Поэтому они собирали вот эти крупицы, и вот эти дети, и ты когда стоишь, и там у тебя просто глаза, ты просто начинаешь рыдать, что эти дети тебе вот читают такие, возвращают тебя в ту жизнь, в этот. Но, к сожалению, мемориальная доска открылась, и на этом там все. И если наши ребята, руководители ветеранской организации районных, они обязательно на мероприятии, вот, допустим, на Радоницу, они ездят по кладбищам, сами энтузиазм проявляют, идут, убирают кладбище, делают уборку на памятниках. А если сегодня сделать переучет наших памятников, наших погибших, 95% нуждаются в их переоборудовании, в их переделывании. То есть надо ставить памятники уже старые, памятники убит. А ребята герои, они погибли, они отдавали свои жизни. Их привозили в цинковых гробах. Целыми селами люди собирались и провожали этих людей в последний путь, когда они приезжали с Афганистана. И мы прекрасно знаем, и меня тоже хотели в свое время отправить сопровождать вот Александра Смирнова в Ташкенте, когда этот парень погиб с нашей роты. Я отказался, потому что это страшное зрелище — сопровождать кого-то. Вот вы были на памятнике и слышали, как этот человек рассказывал. Это он не с первого раза согласился приехать сопровождать нашего погибшего товарища и друга Танасоглу. Потому что все знают, что такое, когда ты привозишь тело в цинковом гробу в семью, ты живой почему-то, а ты привез это, там, на тебя смотрят, как будто ты в этом во всем виноват. Ну, почему-то вот так. Очень сложно. Могу с гордостью сказать, что село, в котором я родилась,
в гимназии имени Михаила Танасоглу, она ежегодно, несколько раз в год, проводит Дни памяти имени Михаила Танасоглу, посвященные дни. Я знаю, я присутствую на всех мероприятиях, да. И не только в Кирсово. Меня приглашают ребята на все мероприятия, которые проводятся в ГГУЗе, на открытие памятника, мемориальных досок, различных футбольных турнирах. Я вам хочу сказать, я очень доволен энтузиазмом ребят в селах, которые сами своими средствами, своими силами напрягают там примаров, напрягают там футбольные делать турниры, там баскетбольные разные, и это очень трогательно, и вот это и есть патриотическая, вот это и есть патриотическая работа на местах, да. На местах. Если по всей республике бы так делалось, вы знаете, наверное, у нас бы была чуть-чуть другая молодежь, но когда все заброшено, абсолютно заброшено, никому до этого из верховных руководителей нет до этого дела, то мы же не просим у них денег для этого, мы просим возможность сделать какой-то документ, чтобы, а то у нас в плане написано там, именно 15 февраля предусмотрено посещение школ, музеев, там и все, приглашать, там телевидение, чтобы только 15, а дальше, а год целый, чем заниматься? Почему не заниматься постоянно, систематически? У нас же сейчас много ребят уже практически вышли на пенсии. У них есть чуть-чуть больше свободного времени. Они бы с удовольствием одели бы форму. Пришли бы на классный час, сказали бы, да? А? Пришли бы на классный час. Ну да, да, на классный час можно прийти, да. Приглашать. Но сами школы не выдвигают, да. Эту идею, не выходят с идеей перед ветеранскими организациями. Ведь раньше у нас были специальные группы ребят, которые, они одевались, они ездили, они рассказывали по воинским частям, там, по всем везде ездили и делились опытом, рассказывали. Вот это и есть тот момент, который человек слушал. Тут те ребята, которые принимают участие в мероприятиях, да, там, когда они приглашаются, там, вовлекаются в какие-то концертные программы, или на памятнике там постоять, возложить цветы, или пойти к ветерану. Это у него остается в памяти. И он говорит, я помню этого человека, этого ветерана. Я тогда-то принимал участие в таком-то мероприятии. Я помню все мероприятия, когда я принимал участие, когда я был маленьким. А сейчас, к сожалению, мы сами иногда... Пригласите наших ребят там, пригласите там. Ведь достойно, у нас достойных, много достойных ребят. Я выступал неоднократно с инициативой и с своим выступлением перед памятником. Почему в нашей стране нет героев? Почему нет на кого равняться? Почему никто, ни школы, никакие институты, ничего не рекламируют, не показывают людей? Пускай с чем это связано, на ваш взгляд? На мой взгляд, все тихо, все хорошо, всем нормально живется. То случится какая-то беда, куда побегут? Кому побегут эти власти? Кому побегут в первую очередь? В первую очередь они попросят нас, ветеран, ребята, что делать. Я помню, когда началась эта война, и как нас начали военкоматы приглашать, потому что все-таки мы люди, прошедшие войну, и они нас приглашали, чтобы мы передавали опыт необстрелянным людям. Они не обстреляны. Те же работники полиции, будучи не майорами, там, капитанами, они просто служили в милиции, но они не воевали, не сидели в окопах, не видели противника. Была другая работа. Те же военнослужащие, офицеры, они что же просто... Советский Союз уже не воевал практически. Редко когда воевал. Там каких-то были какие-то там Сирия, там какие-то завуалированные такие. Но открытых войн не было. И вот когда начались после развала Советского Союза вот эти конфликты, в основном, смотрите, в Приднестровье с одной и с другой стороны афганцы друг между другом. Слава Богу, что мы сейчас уже нашли тот общий язык и общаемся с ними, дружим с ними и проводим совместные мероприятия с ребятами с той стороны. Потому что у нас вообще по Советскому Союзу наша дружба и братство, но одно из самых сильных на сегодняшний день. Но видите... Жизнь меняется, и я когда-то думал, что вот Афганистан, все, после Афганистана у нас больше не может быть никаких войн, никогда.
Ну, я так глубоко заблуждался, Посмотрите, везде все колыхало, все, и до сегодняшнего дня все горит и пылает. И правильно мне сказал один умный человек, однажды один священник, он мне сказал: запомните, Михаил Михайлович, сколько будет существовать человечество, столько будет и ветеранов, и много ветеранов будет. К сожалению, что только почему-то потом, по истечению определенного времени, ветераны становятся обузой для государства, понимаете? Для них надо то, льготы, я не говорю льготы, но какие-то государственные пособия, лечение и так далее. Инвалиды остаются один на один, как нас оставили общественные организации один на один с этими инвалидами, а у нас ни копейки денег, у нас ничего. Мы ходим, я в последнее время себя называл профессиональным попрошайкой, я ходил как попрошайка для того, дайте 300 лет, дайте 100 лет, дайте. И не только я, все ребята, руководители организации вот так ходят, ищут, помогают. Кому-то надо кровать сегодня специальную, кому-то коляску. Я привез с Российской Федерации 5 колясок нашим ребят, которые мы нашими силами подарили 15 машин. Государство не приняло в этом участие. Мы приняли 15 машин, выдали нашим ребятам, которые остались в бесконечности без ног. 15 машин мы нашли. Это не шутка, это большие деньги. Это возможности такие, которые были. Большая работа. Понимаете, это очень серьезная работа. И я благодарен нашим ребятам, которые даже среди наших ребят есть бизнесмены тоже, никогда не отказывают, и юристы, и все, адвокаты есть ребята, когда нашим ребятам вот так позарез нужна какая-то юридическая консультация, а идешь куда-то, надо платить деньги. Хорошо, что есть наши ребята, мы просим: ребята, помогите. И вот ребята идут на это. Вот это боевое братство называется, понимаете? Я благодарю вас за участие в программе. А телезрителям я напоминаю, что вы смотрели программу «Интервью недели». Сегодня наш гость был председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Макан. До свидания. До свидания.